Здравствуйте, друзья! Из холодных приключений Лонг Дарка приглашаю вас окунуться в теплые лучи какого-то острова игры Salt. Это переводится как соль. Похоже, это тоже выживалка, ковырялка. То, что нравится всем нам. Как меня будут звать? Меня будут звать... Антонио. Да, вот так подходит. Хардкор. Это демо, я не уверен, какой здесь хардкор. Пускай будет хардкор. А, нельзя сделать хардкор. Наверное, это потому, что демо-версия игрушечки. Какая красота! Вы только посмотрите. Поют птицы. Никакого снега, слава богу. Солнышко светит. Ох, какая красота. У нас даже хелп есть какой-то. О, как двигаться, прыгать, что-то собирать, инвентарь открывать. Красота. Сохранимся сразу. Ой, какая музыка. Давайте обследуем остров. Это первое, что мы можем сделать, придя на какой-то остров, верно? Обследовать его. Обследовать и узнать. О, наверное, это мы можем собрать. Да. Какое-то растение собрано нашей черной рукой. Идем к воде. Я хочу посмотреть на этот бережок, пляж. Благодать. Благодать. Оу. Так, оружия нету, копалок нету. Книжки есть. И трава. Крутота, Смотрите, не прелестно ли? Спокойно. Никаких туземцев, если речь идет о Форест. Нет, ничего такого. Другие острова сдалека мелькают своими силуэтами. Все хорошо. Просто гуляем. Что это такое? Слабый weak builder, слабый строитель. Это я слабый строитель? Кто из нас слабый строитель, а? Дай сюда это растение. Так же много можем сделать пока что. Собирай. Воу. Это бонго? Длинную деревяшку мы собрали. Круто. Интересно, можно утопиться? Попробуем. О! Ой-ой-ой! Оль, буль-буль? Реально буль-буль? Эй, а почему он поплыл? Вы слышите, он шлепает ногами по воде. Давайте еще прыжок. Йоу! Слушайте, темно как-то, и это не круто. Вылазь давай. Какая-то зеленая. О, еще деревяшка! Еще зеленая полоска и красная полоска. Да, что-то мне подсказывает, что красная полоска это наше все. То есть жизненные силы. О, еще одна деревяха. Отлично. Надеюсь, здесь нет ограничения по рюкзаку. Потому что это так ужесточает игру. А зеленая полоска это наша аппетита. Хотя какой аппетит-то, если здесь пока ничего у нас не растет. Так, вот наши деревяшки, вот наше травище, вот наше еще одно травище. Журнал. Basic Crafting, да. Давай. Так. Чтоб сделать... Вот почему не пишут такую же инструкцию, какую-нибудь простую, сразу не дают? В террарии, например. Ну так, на всякий случай. Зато есть гид. Ладно, согласен, есть гид. Пикакс. Один камень и одну деревяшку длинную. Огонь. Три длинных деревяшки и два флинстоуна. Не знаю, что такое. Просто деревья какие-то... Флинстоуны. Ладно. Там забавное было. Чтобы сделать торч, нужно коалу одну какую-то. Да нет, это было не коала. Я думаю, нам не надо будет убивать здесь коал никаких. Наш остров такой маленький, мне кажется, как-то. Ну, пока никакого камня не нашли. А камень это все. Это все камень здесь. Без камня никуда. Не тут. Вот камень. Ну как его расколоть, чтобы... Камень! Камень!
Может, хоть пикакс-то я сделаю себе, эй? Эй, кипасос! Все, мне кажется, я уже обошел остров, потому что вот эти острова какие-то очень знакомые, они же не будут, я думаю, клепать одинаковые острова в округе. Почему ты пишешь, что я слабый строитель? Я сильный строитель! У меня больше 200 часов в террарии! Вот бы теперь что-то скрафтить, чтобы быть счастливым строителем. Я вижу еще деревяшка. Деревяшка? Опа! Деревяшка! Ты иди ко мне сюда! Положу тебя в карманчик! Будешь ты со мной всегда! Хай! И вот мы на самой вершине этого острова. Можно оглядеться. Такие деревья. Ну что, это приятнее немножко, чем снег. Хотя у снега тоже был свой шарм. И шар де Голь. И прочее. Ну что, я увижу крафт сегодня или нет? Что, я зря запустил эту игру? Ага, мы можем сделать тряпку из трех вот этих вот... растений, да. А потом из этих трех растений мы можем сделать лодку и уплыть на другой остров, наверное. А так что, нам надо в руками плыть? Мы можем плыть просто так. Я не верю в свое счастье. Ладно, давайте попробуем. Надеюсь, нас акула не... Я плыву, пока остров, пока ты был хославным. Я пойду к другому. Нет, Антон, не уходи! У нас все получится. Нет, остров, у нас с тобой ничего не получится. У тебя нет камней, или я не знаю, как разбить те разноцветные камни, которые я не понимаю. Плыву на вот эти острова. Интересно, какой ближе? Наверное, вот этот ближе. Тоже такой большой. Ой, а он куда-то исчезает? Он куда-то исчезает? Акул нет? Нет. Все. Хорошо. Я иду к тебе, мой хороший. Я иду! Ты ждешь меня? Да, жду, чувак. Я тебе написал на стене, что жду тебя. У меня все готово там. Домик. Девушки. Развлечения. Круглосуточная дота. Шучу. КС. Вот он вырисовывается. А я все булькаю своими ногами по воде. А остров вырисовывается как что-то большое и... каменистое. Да, он определенно приближается. Определенно. Посмотрите, там вверху какая-то дыра. Возможно, это пещера. А что у нас в пещере? В пещере у нас... соль и камни. Наверное, да. Игра же называется «Соль». Соленое море. Соленое море, все чудеса! Не пойте так никогда. А наш остров уже превратился в какое-то просто пятно. Итак, я на тебе! Каменистая глыба, похоже, одна большая. Этот остров. Пока-пока, деревянный остров! Не очень-то и хотелось. Где-то здесь есть камень. Пожалуйста, камень. Я хочу камень. И я надеюсь, камень придет ко мне. Вот это камень. Вот это камень. Это был камень. Как мне его отпочковать на маленькие камушки? Может, здесь где-то есть еще камни? Надеюсь, крафтинг доступен в демо. Наверх. Лезь наверх. Ах, не можешь ты, да? О, что это? Еще одна деревяшка, пожалуйста. Нет, блин, еще одна деревяшка. У нас столько деревяшек, а камней нету. Нет камней?
Нет пикакса. Там огонь! Сундук? Заперт? Ты что, издеваешься? Это же остров. Там дым. Там человек. Будьте осторожны, пожалуйста. У нас нет с собой оружия. Вероятно, мы можем его убить. Может присесть? Кошмар. Здесь он может... Чем нам его убивать? Пират! Это пираты! Это пираты! Уйди! Отстаньте от меня! О, деревяшка. О, сундук еще? Нет, деревяшка. Ты кто? Пират еще один. Пират Карпаген... Я камень нашел! Живи! Живи, я поплыл. Надеюсь, я так спасусь. Не плывите за мной. О, все, отстали от меня. Они от меня отстали. Ура, друзья, у нас есть камень. Они побежали в свой лагерь. Ха-ха-ха-ха, ну и бегите. Сняли мне полздоровья. Что у нас теперь? Что это такое? Червяк? Может быть использован для ловли. Здорово. Где камень? Где чертов камень? Я же подобрал камень, я это видел. Блин. Неужели я подобрал червяка? Давайте попробуем поймать. А как, у нас же удочки нет. Они убежали отсюда и оставили свой лагерь. На растерзание мне. Зато у меня теперь... О, я могу сохраниться здесь. Круто. Могу отдохнуть? Да, давайте отдохнем. Опа, наступила ночь. Что мы ночью можем сделать? Да ничего, я думаю, мы не можем ночью сделать. Вообще низги не видно. Так что давайте отдыхать уж до утра. Опа. Костер наш погас. Ну не беда. Ой, гребаный пират. Червяк. Я хочу использовать тебя, чтобы убить пирата. Антон, не надо использовать меня, чтобы убить пирата, ладно? Я не буду использовать тебя для убийства пирата. Живи. Червяк, хэштег живи. Живи, блин, хэштег червяк живи, вот так. Похоже, это утро. Вот угораздило нас. Нарвались прямо на пиратов. Кровожадных. Немножко поплаваем утром. Почему нет? Плавание полезно. Вы посмотрите, как сходит луна. Это луна? Да, здесь луна! Красота. Здесь видно песок. Какие-то малярийные комары летают. Все здесь дышало опасностью. Но я в это не верил. Грёбаный пират. Ты мне не нужен. Отстань от меня. Отстань, грёбаный пират. Все. По-моему, это помогло. Побежали. Опа. Побежали. Нам нечем сражаться с пиратами. Хотя, возможно, у них есть ключ. От сундука. Ау! И опять прибежал! Даже в ночи, чего в тебе не спится, а? Пират! Где еще пират? Ты что, ты застрял, пиратище? Ну ничего, бывает. Так, опять вот лагерь, луна. На этом я закончу, друзья. Если вы хотите, я еще чуть-чуть сыграю в эту странную игру. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пока! И увидимся в следующем видео! Ха-ха!